Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і в нашій студії гість. Михайло Григорович Гриб, заступник начальника головного управління ДСНС України в Миколаївській області з реагування на надзвичайні ситуації. Вітаю вас в нашій студії. Як і завжди, будемо говорити про нелегку службу наших надзвичайників. І почнемо, давайте, того, що нагадаємо нашим телеглядачам про те, як важливо контролювати дрібниці у побуті. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Знайомий з дитинства всім нам номер, який дійсно, якщо їм скористатися і вчасно зателефонувати, дійсно, така дія наша з вами врятує життя. Михайло Григорович, давайте повернемося до наших днів, так, до нашого сталого такого дня. І яка оперативна обстановка, яка оперативна ситуація на зараз в нашій області? Значить, оперативна обстановка на території Миколаївської області по состоянию на 25 января остається стабільною, контролюємою. Зареєстрована одна чрезвычайна ситуация природного характера, погибших, пострадавших нет. С начала года произошло 10 чрезвычайных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это снижение на 40%. Вследствие происшествий погибло 4 человека. Значит, отмечается рост в 2 раза числа пожаров. Зафиксировано 108 пожаров. Погибло 8 человек, материальные убытки более 2 миллионов. Основными причинами пожаров есть, значит, огромное количество, это пожары в жилье. Ну и причины – неосторожность при курении, неисправность печного отопления, что характерно для зимнего периода, неочищенные дымоходы, отсутствие притопочных листов, нарушение правил эксплуатации газовых отопительных приборов. Ну и еще причина – это неисправность электрической проводки во многих случаях. Подразделение оперативно-спасательной службы более 20 раз в неделю выезжает именно на тушение пожаров. Насколько она сложная или, в принципе, это, ну, скажем так, стандарт? Для данного периода эта обстановка, она, вы же понимаете, что минусовая температура, поэтому она прогнозируема, число пожаров, именно в жилье. И, ну, в принципе, это для такого вот периода зимнего, ну, нормально, скажем так. Хотя, конечно, в летний период, вы же помните, у нас открытые территории, экосистемы и так далее. Сейчас у нас вот жилье. К большому сожалению, нельзя, конечно, называть нормальным то, что гибнут люди, то, что люди теряют свое имущество. Ну, к сожалению, есть как есть, и если наша программа поможет кому-то избежать вот такого, да, либо неприятности, связанные с потерей какого-то имущества, а самое главное – избежать трагедии, связанной с тем, что человек теряет здоровье или, не дай бог, даже жизнь, то мы будем очень этому рады. Смотрите нас внимательно, мы продолжаем дальше. Непростые погодные условия – это, конечно, ну, самый такой сейчас пик информации для всех, да, и самое запоминающееся то, что есть в нашей жизни. Зима наконец-то показала, на что она способна, зима наконец-то показала, что даже на нашем юге зима есть зима. Я предлагаю посмотреть нам сейчас небольшой видеосюжет, он был снят 23 января. Давайте посмотрим, как было вот на 23 января, а потом вот самую свежую информацию об обстановке на наших дорогах, на том, как вообще все происходит, как ликвидируются последствия непогоды, получим от нашего гостя самую свежую информацию. А пока смотрим сюжет, пожалуйста. Найбільш проблемною залишається ситуація на трасі Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв. Там унаслідок урдалиці утворились 6-метрові перемети. Для їх ліквідації довелось застосовувати важку інженерну техніку головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Роботи тривають і досі. Цілодобово на трасі чергував автомобіль забезпечення головного управління ДСНС. В ньому водії, котрі через затори на трасі тривалий час перебували на морозі, мали змогу зігрітись, випити чаю і перекусити. Загалом протягом доби співробітники
служби порятунку вилучили зі снігових заметів 34 автомобілі, надали допомогу 46 особам та розчистили 84 кілометри траси. Складною залишається ситуація на автомагістралі Улянівка-Миколаїв. Рух трасою виявився паралізований через зіткнення двох вантажівок. В обидва напрямки утворились багатокілометрові затори. Тим часом синоптики прогнозують на Миколаївщині похолодання і морози до мінус 17 градусів. Весь наступний тиждень, окрім морозів, буде малохмарно. Місцями по області очікуються опади у вигляді снігу. Минус 17 еще не было, но минус 13 уже было. Мы видели солнце, сейчас погода менее такая жизнерадостная, да, но работы продолжаются. Сейчас 25 число, можно немножечко экскурс в историю 17 числа, да, что происходило, как боролись, и вот до сегодняшнего дня, насколько сейчас обстановка продолжает потихонечку возвращаться к нормальной. Да, начиная с 17 января на территории Николаевской области в результате сложных погодных условий, а именно осадки в виде снега, гололед, метель, порывистые, скорость ветра была 25 и более метров в секунду, на автодорогах области образовались снежные заносы, были нарушены нормальные условия функционирования транспортной инфраструктуры области как на дорогах государственного, так и на дорогах местного значения. В городе Николаеве было прекращено движение городского электротранспорта. Значит, пик осадков наблюдался 17-18 января на территории Березанского района, Очаковского, Николаевского, Новодесского, Жовтнева и в городе Николаеве. Значит, учитывая сложность обстановки и принимая во внимание прогнозы гидрометцентра, которые были неутешительные, 17 января решением региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации при облгосадминистрации закрыто движение автотранспорта по всем автодорогам Николаевской области. Выставлены полицией блокпосты со стороны Первомайска, это Киевское направление, Одесское, Кировоградское, Днепропетровское направление. Транспорт на въезд на территорию области грузовой не пропускался. Аналогичные блокпосты выставлены в городе Николаеве в данных направлениях. Значит, вынужденная мера была принята с целью недопущения заторов вне населенных пунктов, а также дать возможность дорожной технике расчищать дороги. Значит, организован отстой транспортных средств, именно грузовые автомобили, транзитные автобусы в сельских населенных пунктах, городах, там, где были автозаправочные комплексы, значит, пункты питания, пункты обогрева. Все службы гражданской защиты были переведены на круглосуточное несение службы. На базе главного управления 17 числа был организован оперативный штаб с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Руководил штабом глава облгосадминистрации Мериков Вадим Иванович. Каждые 4 часа в режиме селекторного совещания координировалась работа местных штабов и служб, принимались экстренные меры по реагированию. В целом, благодаря тому, что своевременно закрыли движение транспорта, нам удалось избежать от заторов вне населенных пунктов. Ведь оказать помощь людям, которые находятся в пределах населенного пункта, намного легче. Ну, конечно, чем в поле, там, где опасность повышается. Непростое испытание было и для оперативно-спасательной службы главного управления. Значит, от главного управления ежедневно организовано дежурство 5 мобильных пунктов обогрева. Значит, данные пункты, они были направлены по всем направлениям, то, что я перечислил, 4 направления. Значит, мониторили обстановку, оказывали помощь людям, которые попали в снежные заносы, доставляли людей в стационарные пункты обогрева, а также в случае необходимости, из заторов, из кювета, так сказать, доставали легковые автомобили. Значит, всего для оказания помощи главного управления привлекалось 45 единиц техники повышенной проходимости. Эта техника на шасси А-66, ЗИЛ-131, КРАЗ и КАМАЗ. Значит, в круглосуточном режиме личный состав главного управления выезжал и оказывал помощь людям. Были даже случаи, мы
развозили до населенных пунктов хлеб, медикаменты, доставляли, так сказать, пострадавших до лечебных учреждений. Насколько вообще вот можно сказать о том, что к сегодняшнему дню потихонечку уже исправляется вот та обстановка сложная, которая была в самом начале, да, и если верить прогнозам о том, что все-таки не будет таких уже обильных снегопадов, да, то есть второй раз уже такого коллапса не будет, вот насколько прогнозируемо исправление ситуации в течение, там, допустим, месяца-двух месяцев, то есть вот когда станет все более-менее нормально? Это не значит, что не нужно будет контролировать, не нужно будет постоянно держать на контроле то, что будет происходить на наших трассах, на наших улицах, но все-таки где-то вот в более-менее нормальный режим, когда войдет. Ну, на сегодня, можно сказать, обстановка стабилизировалась. Стабилизировалась, да. То есть в тех условиях, в которых мы уже сейчас функционируем. Да? Чрезвычайная ситуация, она 23 числа уже закрыто. Угу, то есть нету? Да? Нету чрезвычайной ситуации. У нас 17 по 23. По данным гидрометцентра нам обещают до конца января морозы отойдут, минусовые, температура пойдет до нуля, и даже прогнозируются плюсовые показатели. А вот это же, наверное, влечет за собой еще другие последствия, если показывают нашу Одесскую, допустим, трассу, да, тут там едет машина, над ней... Вот она как по тоннелю снежному едет. Понятно, любому человеку не нужно быть оперативником-спасателем, что эти снежные такие, даже не знаю, как их называть, глыбы, да, сугробы, они просто будут таять. И, наверное, будет еще другая проблема, будет подмораживание, будет вода. Как вот с этим, что-то можно с этим будет сделать? Как-то помочь людям. Насколько это будет для людей неудобно, и насколько это будет сложно для вас работать в таких условиях? Ну, будем надеяться, зеркальных что уже, тот, да? прогноз, который дает областной гидрометцентр, а он дает плюсовые показатели постепенные. Да? То есть таяние будет Таяние будет, да? уходить. Я надеюсь, что ситуация останется под контролем. Но на всякий случай от подразделения главного управления есть у нас водооткачивающая техника. Поэтому будем проводить данные мероприятия. Сегодня уже предложено облгосадминистрации, райдержадминистрации обратить внимание на ливни, отводы. Значит, также по сельским населенным пунктам есть тоже, сельским волом задача поставлена посмотреть, чтобы вода уходила, расчищено все было, привлекать технику и ситуацию держать на контроле, ну, ежегодно. А вот в связи с этим, да, вот подтопление тоже наша любимая тема, потому что как весна, так у кого-то обязательно что-то плывет, и это большое неудобство, может быть, даже и большие какие-то драматические события, да, потому что люди покидают свои дома вынужденно и так далее, то есть вот с этим тоже можно справиться. Ну, да? чтобы избежать подтопления, так сказать, домов, необходимо прежде всего развивать расчистку тех, есть ливни, оттоки возле каждого жилого дома, расчищать, пробивать, не ждать, что кто-то приедет и сделает. Поэтому, в принципе, в прошлом году, позапрошлом, обращалось внимание многие, я же говорю, начиная с сельского головы, заканчивая главами администрации, эту работу проводят и удается избежать, то есть у нас таких массовых подтоплений жилого фона у нас не было. Нет. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие телезрители, действительно, иногда помощь, вот она в наших же руках тоже, то есть со стороны представителей государственной службы чрезвычайных ситуаций, никогда никакого отказа, да, постоянная готовность помочь действительно в критической ситуации. Но, допустим, где-то не сделать ее критической, да, может каждый из нас. Просто вовремя, расчистив снег, что-то сделав, может быть, помочь тем, кто не может самостоятельно, допустим, люди пожилого возраста, они не могут так активно работать у себя во дворе и какие-то делать вещи самостоятельно, помогите им, и тогда действительно не будет доведено до критической ситуации, и представители государственной службы займутся действительно, там будут задействованы, где нужна их помощь, вот там, где ничего нельзя исправить, а только можно исправить силами государственной службы чрезвычайных ситуаций. Продолжаем дальше. Есть у нас такая вещь, как лед зимой, да, и зимняя рыбалка. Да. И вообще люди, которые очень любят выходить на лед, гулять с детьми, это все прекрасно и замечательно, но давайте посмотрим сначала видеоролик, который напоминает нам о том,
что можно делать и что, чего категорически нельзя делать на льду. А потом будем говорить дальше. Пожалуйста. Влаштував на озері ковзанку чи риболовлю? Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. И опять же, в том случае, если вы видите какую-то чрезвычайную ситуацию, связанную со льдом, да, возле водоема, также мобильный телефон сразу же, не нужно пытаться, наверное, спасти самостоятельно сразу же, да, что-то нужно делать, но прежде чем заняться самостоятельными действиями, в обязательном порядке позвоните. Позвоните, и тогда помощь будет квалифицированной, и тогда действительно человек не пострадает как-то уж очень критически. Давайте сразу же продолжим еще одним видео, да, потому что рейды на льду – это постоянное традиционное уже мероприятие для представителей государственной службы. Недавно такой рейд произошел в нашем городе, в Николаеве, да, это где-то было рождественские праздники, это стрелка, на правильно? Стрелке, да. Смотрим видео и сразу же, Михаил Григорьевич, комментируйте. Вот, видим технику. А ну-ка, расскажите, да, это, пожалуйста, это что-то новое. Специально на воздушной подушке. Максимально можно подойти, да, максимально наверное? Можно подойти к пострадавшему. Значит, вы видите, на льду переход даже на сушу. Вот, также мы отрабатывали с привлечением вертолета. В случае рыбалок, если кто-то затерялся, найти поезд в обязательном порядке, если к нам поступит четкий сигнал, где человек находится, в каком районе, мы поднимем силы и средства, которые у нас есть, в готовности постоянно, и, естественно, придем на помощь. А в этом году еще, наверное, ну вот морозы ударили недавно, такие действительно хорошие морозы для того, чтобы река замерзла и так далее, но, наверное, перед Новым годом и первые морозы какие-то менее большие водоемы, скажем так, более маленькие, они уже сковали, да? Наверное, были уже случаи, что люди попадали в критическую ситуацию или еще, ну, пока, слава богу, все было нормально? Слава богу, к счастью, никто ничего к нам сейчас не обращался, но лед действительно на всех водоемах области разный. Сегодня полностью вся водная акватория покрыта льдом, ну, за исключением там в районе Очакова, где судоходство, так сказать. А так везде лед пока крепкий. Вот. Я хотел бы обратиться все-таки к любителям зимней рыбалки, напомнить основные элементарные правила, меры личной безопасности. Ну, первое, это перед выходом на лед ни в коем случае не проверять его прочность ударом ноги. Это следует сделать подручными средствами, палкой, пешней, если идет на рыбалку, как правило, берут с собой. И подальше от себя, да, наверное, все-таки? Естественно, если после первого удара, пробивается и появляется вода, то выход на лед запрещен. Вот. Также следует помнить, что во время подледного лова рыбы не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок. То есть расстояние между лунками должно выдерживаться где-то 5-6 метров. Ну и понятно, чтобы не скапливаться в группы, потому что чем больше людей, больше нагрузка на данную полынью. Отправляясь на рыбалку, не будет лишним взять с собой мобильный телефон, обязательно побеспокоиться, чтобы был он в герметичном пакете, в случае, если попал в воду, чтобы не промок. Вот. Взять с собой, кроме снасти, еще веревку, доску, если есть подручная, термос с горячим питьем. При передвижении по льду необходимо быть осторожным, следить за поверхностью, значит, обходить места, которые подозрительные, опасные, там ветки мерзли, кусты и так далее. Не разрешается выходить в лед в ночное время. Вот. Также, если вдруг провалились в лунку, необходимо помнить, выбираясь из проруби, необходимо не паниковать, стараться медленно перекатываться на твердую часть, чтобы не сильно обломать по собой лед, выбираться из воды, добираться до ближайшего укрытия или спасательного поста и в обязательном порядке вызвать скорую помощь. Наверное, еще и предупредить людей, когда вы уходите на рыбалку, потому что есть
люди, которые... Вот я себе пошел отдохнуть и никому об этом не сказал. Своим родственникам, это близким. Это тоже риск, да? То есть обязательно, если у вас есть кто-то дома, и даже если никого нету дома, то позвоните вашим близким и скажите, что я собираюсь отсутствовать такое-то время и находиться там-то и там-то. Это тоже может быть, вот подстраховать такую ситуацию нужно. Спасибо большое, продолжаем дальше. Мы уже в начале нашей программы говорили о пожарах, да, говорили о их причинах. Давайте продолжим. Коротко, количество, есть ли погибшие, какая причина наиболее сейчас частая? Значит, по пожарам я уже останавливался, что основная масса пожаров – это в жилье. Люди обогреваются, где-то раньше не пользовались, например, печным отоплением. Сейчас температура понизилась, естественно, дополнительно пользуются. Предварительно перед этим мне я смотрел вентканал. А у тех, которые были газовые котлы, они по каким-то причинам не пользуются, ну и не проверяли печное, допустим, хотя они его оставили, да, вот это тоже может да, быть? Да, конечно, и люди, так сказать, не уделяют внимания перед тем, думали, что будет централизованное отопление, сейчас отапливается, поэтому основная из причин, ну, конечно, большая причина и очень много причин – это курение. Курение у постели в нетрезвом виде, она у нас, эта причина, к сожалению, мы занимаемся профилактикой, но, увы, результат, так сказать, неутешительный. Не нужно курить дома вообще, потому что кроме того, что это может привести к пожару, это еще и губит здоровье и ваше, и ваших близких. Поэтому не стоит этого делать. И какая бы профилактика и какие бы уговоры со стороны не звучали, представители официальных служб или врачей, это нужно понять самому, действительно, что это вредно и для вас, и для ваших близких. А обогревать свое жилье надо действительно безопасно. Как это сделать? Следующее видео. Греєшся електроприладами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Обогрівательні прибори повинні бути справними. Газом вообще не рекомендуется топить, потому что продукты горения... Газовой плитой, конечно. Да, естественно, да. Они же никуда не деваются, и можно просто угореть. Это ужасно. Последствия для здоровья. И если все-таки что-то случилось, обязательно не надо не забывать звонить 101. И совсем немножко у нас осталось времени, буквально 2 минуты, но не можем об этом не сказать. Вынужденные каникулы продолжаются, так как с одной стороны нужно обезопасить ребенка от гриппа, с другой стороны для родителей это большая нагрузка, нужно за ним присматривать и что-то для него придумывать. Что можно сделать? Вот, для того, чтобы обезопасить именно вот по вашему профилю ребенка из самого себя. Первый. Я все-таки хотел обратиться к родителям. Уважаемые родители, не разрешайте детям самостоятельно выходить на лед в обязательном порядке под присмотром взрослых. Также хотел бы обратить внимание, рассказать детям, которые остаются самостоятельно дома, о пользовании электроприборами в быту. Ну и второй момент, когда дети выходят гулять на улицу, обратите внимание на обувь, потому что сейчас еще и гололед, чтобы избежать травмирования своих детей. Берите своих детей, проводите с ними работу. Мы проводим со своей стороны и в школах аналогичные тренинги, проводим занятия, объясняем о мерах безопасности жизнедеятельности. Я надеюсь, если мы общими усилиями, нам удастся уберечь наших детей от неприятностей в период карантина. Кажеш, спасибо вам за вашу работу, спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами, приходите к нам еще. Мы с вами, дорогие телезрители, давайте не будем забывать об элементарных правилах безопасности, знакомых нам с самого детства. И о таком номере 101, о котором нужно помнить всегда. Когда, не дай бог, случилось что-то у нас с вами, когда случилось что-то у кого-то рядом, обязательно вспомните, помогите, отреагируйте вовремя, и все будет у нас хорошо. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире телеканала «Николаев».